Мы идем к стене плача, и вот здесь вот такой контроль. Сумочки через рентген проезжают и через рамочку проходим. Это нормально, я считаю. Продвигаемся, Алексей, да? Это наш гид, самый лучший гид в Израиле. Спасибо. Пожалуйста, познакомьтесь. Привет Днепропетровску. Пожалуйста, там сюда проходим еще. Я что-то попрошу. Ну вот мы и пришли. Стена плача. Стена плача. Иерусалим. Мужчины идут налево, вот куда сейчас камеру даю. Женщины идут справа. Мужчина обязательно должен быть с покрытой головой. Именно мужчина. Если у вас нет своего головного убора, там есть белые ярмолочки, ее надо одеть временно, это бесплатно. Также вы видите вот кран. Руки перед тем, как подходить к стене плача, желательно помыть. Я написал желание, сейчас я у стены плача, я его вложу сюда. От стены плача надо отходить ярмолочкой, видите, да? Вот он. Отходить надо лицом. Отойти, а потом уже развернуться. Да, хорошо. Ручку итальянцу одалживал. Ну вот такая она. Стена плача. На выход пойдем. Oh, my God.
вот здесь бесплатно, вот здесь они лежат. Вы можете наблюдать, сейчас я показываю женскую сторону стены плача. Почему-то вы можете, конечно, увидеть женщин больше, чем мужчин. И вот я вам показываю мужскую сторону. Мужчин меньше. Ну, вот так как-то. Договорили, чтобы ехать тоже. Куда это мы проходим? А, выходим. Вот такой вид, классненький.